Итак, уважаемые господа, жирный голубь на связи. И вот у нас лотерея пятерка. Так что давайте сейчас стирать и смотреть, что мы выиграли. Да, я не купил эти билетики. Вот, а другие ходили, да, покупали тут на даче, да. Вот, и набрали этих лотерейных билетов. Ну что, давайте, короче, по очереди будем специальным оборудованием счищать. Вот такой вот уголком. Шкаблить, потому что монетки здесь нету. Давайте начнем с вот этого вот. Что-нибудь мы выиграем. Выиграем обязательно. Итак, первый билет — это сметана домик в деревне 800 грамм, минус 30%. Это неинтересно. Давайте следующий. К сожалению, штука раскорябывает. Вот эта штука раскорябывает больно их сильно, но да ладно. Потерпим это терпение. Итак, господа, второй билет тоже не выигрышный. Смотрите, то же самое. Ну давайте сейчас еще. Нам повезет. Сейчас еще раз колупаем и посмотрим. Да, опять, господа, не выиграли ничего. Терпим это терпение. Да, вот. Я тебе всю жизнь помогаю. Одна только сметана здесь, в данном лотерейном оборудовании. Первые 800 грамм, все остальные 300. Вот так вот. Вот так я вот. Помогаю, как могут.